В гимназии номер 4 учителя стараются развивать в своих учениках творческие навыки. Они считают, что это необходимо для детей и подростков. В этом образовательном учреждении существует уже целых 3 хореографических коллектива, которые с уверенностью покоряют все возможные танцевальные конкурсы. Путь восхождения на танцевальный олимп начался с обычных школьных концертов, а уже в ноябре 2015 года они вернулись из Великого Устюга с победой. Готовимся к некоторым полгода, к некоторым даже и побольше получается. Но мы не любим в основном повторяться с конкурса на конкурс с одним номером. Получается, сейчас вот мы съездили в Устюг в ноябре, выступали, а сейчас у нас у старших мы меняем один номер, а у маленьких меняем оба. Всероссийский танцевальный конкурс «Кружево» проводился на родине Деда Мороза в рамках фестивального движения «Дети России». В число лидеров хореографической номинации вошли 3 танцевальных коллектива из гимназии номер 4 – «Пчелки», «Одинцовская сударушка» и «Гимназисты». Несмотря на большую разницу в возрасте, все ребята прекрасно ладят. В атмосфере этого коллектива царит гармония, и для каждого его участника танцы – это жизнь, работа и, разумеется, дружба. Я с детства все время хотел танцевать, и у меня было очень сильное желание к этому. Но вот сейчас наш руководитель Алла Анатольевна Кравченко, она дала этот шанс нам выступить все вместе, показать, на что мы способны. И благодаря ей мы занимаем какие-то места, и она нас учит всему. Потому что когда я и команда выходим на сцену, то чувствуешь какое-то такое ощущение, вот на тебя смотрят очень много людей, тебе и страшно, и ты этим наслаждаешься. Мне очень нравится танцевать. Алла Анатольевна ставит очень хорошие танцы. И вообще, она самый лучший учитель в мире, мы ее любим. Нам, конечно, не важно, займем мы какое-либо место или нет. Нам просто надо потанцевать, мы очень любим. Благодаря многочасовым тренировкам, воле к победе и чуткому руководству педагога ребята достигли и продолжают достигать больших высот. Впереди их ждет поездка на международный конкурс в Минск. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».